Ну что ж, как вы поняли, я допустил ошибку. Мы уже были в четвертом мире, но так и не собрали звезду. Теперь мы пойдем в мир 5. Кажется, здесь что-то изменилось. И теперь нас ждет аж целых две звезды, которые нам предстоит найти. Что же мы видим? Думаю, тогда это меня взволновало, заставило слишком остро ощутить свое тело как физический объект, осознать материальную реальность мозга. Поначалу мне было не по себе от этих мыслей. Однако, я думаю, что в конце концов, это помогло мне понять, насколько люди хрупкие и насколько они важны. Такие мысли о мире не очень обнадеживают, но лучше смотреть правде в лицо, чем... Дело для двух кубов. У нас отсутствуют кубы. А это значит, что их нужно активировать. Не знал, простите. Кстати говоря, возможно, что в пятом мире нам поможет эту загадку решить. Допустим, начнем с того же самого. Отлично. Готово, мы открыли кубы. Вот они, родимые. Надеюсь, на них мы сможем ставить установки. В таком случае я смогу спокойнейшим образом пройти ту загадку. Я на это надеюсь. Собственно, если нет, то я вернусь к вам прям тут же, если да, то покажу, как именно. Конечно, как вы поняли, кубы мне никто не дал, поэтому как-то так. Возвращаемся к этому миру, здесь у нас снова тикает компьютер. Сеанс в архиве библиотеки готов, список поиска локальных кэшированных ресурсов. EL, сокращенная от Extended Lifespan. Удлиненная жизнь является новаторской инициативой 7 ведущих университетов создать наиболее устойчивый и самый прочный суперкомпьютер в мире, нестандартное оборудование, взрыво- и огнестойкий корпус и практически неисчерпаемый гидроэлектрический источник энергии представляют EL как уникальный шаг вперед в развитии человеческой технологии. Детище номинанта Нобелевской премии доктора Аркадия Чернышевского, EL будет... Ссылки. Скачать пресс-материал, познакомиться с командой, применить контакты. Перерассмотреть вопрос 199. Профиль Александра Дренан. Как только будет создан настоящий искусственный интеллект, поднимая вопрос о гражданстве. Если мы признаем, что ИИ имеет все возможности человеческого мозга, разве его не следует считать гражданином? Разве он, в юридическом смысле этого слова, не человек или таким образом потенциальный гражданин? Но где граница, возразят некоторые люди. Станут ли человекообразные обезьяны гражданами? Слоны, киты, виды более разумных попугаев, безумие, скажут они. Я хотела бы напомнить этим людям, что мы живем в обществе, где компания максимально абстрактное понятие считается лицо. Поэтому дело не в том, что для некоторого человека беспрецедентно стать лицом. По крайней мере, искусственный интеллект является действительно думающим существом, а не просто деловой организацией. Но, возможно, мы действительно должны поставить под сомнение определенные личности. Все большее количество доказательств, касающихся интеллекта, слонов и существования культуры среди китов, например, могло бы послужить знаком тому, к тому, что нам нужно ответить на несколько трудных вопросов. С кем еще стоит обсудить такие вопросы, если не с молодым гением, который в корне изменил... «Ты должна обдумать эти загадки», — сказал Сфинкс. «И загадай мне загадку, которую я еще не разгадал». Сфинкс улыбнулся, скрипнув челюстью, и показал зубы цвета ржавчины. Его левый глаз дрогнул, но ужас не стал меньше. Руины молчали. Ошибка. «Я думаю, наконец, — сказала она, — ты не разгадывал такую загадку. Почему вообще существуют загадки? К чему эти любопытные механикалы? Эти безмолвные дети Гефеста?» Так себя ведут, заставляя меня искать сложные решения.
Каждый является загадкой, но самая большая загадка — это их цель. Сфинкс ничего не ответил. Его глаза уже не двигались. Афина вынула его из гнезда, зная, что его мощь поможет ей, но все же чувствуя глубокую печаль из-за кончины этого страшного существа. Вот такие вот истории нам ведают разработчики этой веселой игры. Что ж, следующие загадки будут сложнее, и они будут с кубами. И здесь будут две звезды. Загадка номер один. Дело двух кубов. Итак, два куба. Мощное устройство, созданное Творцом. Что такое Гексайдер? Мощное устройство, созданное Творцом. Куб. Края сношены, поэтому Декайдер. Вы забыли про вершины. С вершинами это скорее Супер Декайдер. Но с выпуклой оболочкой это Декайдер. Тема закрыта. Неправильно. Ну да, у каждого свои мнения на этот счет. Я же просто решу не думать об этом. Отлично. Все было просто. Ну что теперь? Возьму с собой на всякий случай. Если Творец есть совершенство, и он создал меня с какой-то целью, то я должен быть пригодным для этой цели. Из этого следует, что моей целью не должен быть поиск и хранение всех сигилов его обители, ибо есть много таких, найти которые мне не подвластно. Черт, я разучился читать. А, и мы нашли хорошую вещь, которую можно достать с помощью красного веселого огня. Ладно, готово. Итак, куб красная. Дружеская перестрелка. Ага. Можем отключить те или иные виды. Обращаемся за советом. Если посланники Элохима читают это, то кому-то из его послов нужна помощь. Ни один посланник тебе не поможет, пока не откроешь место их упокоения. Вернись сюда, чтобы попросить у них совета. Где же место вашего упокоения, друзья мои? Так. Я так понимаю, что мы должны взять куб, но не на мину наткнувшись. Так как же нам это сделать? Итак. А что если вывести просто красную? Не так. Но возможно на скорость. Так, сразу под ней она нас будет убивать. Это не очень хорошо. Так, нам это ничего не даст. Чу-чу-чу-чу. Плохая идея. Что ж, вернемся к этой задачке чуть позже. А пока проследуем в более легкие.
забор. Угу. Скорее всего, задача решается именно так. Готово. Данная задача решена. Но это не предел всех возможностей. Ты знаешь, что нельзя скрещивать лучи. Так близко и так далеко одновременно. Допустим, наведем сюда. Допустим, возьмем, прицелимся и сюда тоже поставим. Все зарядилось и открылось. Все просто и легко, когда ты это делаешь, зная механику. Но это не конец. И у нас здесь есть еще одна деталь. Один маленький зумер. Слишком долго. Готово. Итак, насколько я знаю, я одолел все загадки, кроме одной. Здесь появилось что-то новое. Показать ответ. Показать ответ. Ошибка сертификации учетной записи. Пользователь. Базовая учетная запись. Была выполнена диагностика программы сертификации учетной записи. Ошибка не установлена. Ты выполнил стандартные процедуры устранения неполадок. Удалить существующую учетную запись пользователя. Создать новую учетную запись. Отправить электронное письмо администратору сети. В избежание несанкционированного доступа к элементам управления администратора, пожалуйста, удалите минутку, чтобы доказать, что вы не ошибка. Ошибка, профиль пользователя зарегистрирован. Сейчас вам доступны функциональные особенности базовой учетной записи. Хотите снова провести процесс сертификации для достижения желаемых результатов? Да. Ваши проблемы по поводу отказа будут добавлены к вашему профилю, но дальнейшие попытки переписать результаты сертификации будут записываться. Выполните уведомление в случае необходимости вашего присутствия. Черт. Это хреново. Что же здесь? Чем больше я общаюсь с этими терминалами, тем чаще задаю себе вопрос, какую роль они играют в этом хитроумном изобретении. Как отличить, друг, а где враг, если между ними нет никакой границы? Да, это действительно странно. И непонятно, что самое главное. Дело двух кубов, которые я не смогу решить, по той причине, что нет, смогу решить, окей. Бам-бам-бам. Дело двух кубов решается очень простым образом, но я почему-то запорол его на очень нехорошем моменте. Ладно, решим его еще раз. Есть подозрение, что звезду можно как-то забрать.
Я надеюсь, что у меня сейчас это получится. Поставим здесь преграду. Пробежим. Отлично. Итак, теперь, что касается нашей важной миссии. Сюда мы, конечно же, не попадем. Кто бы мог в это поверить, но это так. Все слишком легко и просто. Невозможно подняться, неся в руках предмет. И да, эти стены слишком высоки, чтобы мы смогли сквозь них пройти. Выходит, что где-то за этой стеной находится нужная нам вещь. То есть звезда. Но есть один вопрос. Как же именно нам пронести сюда нечто новое? Если попробовать сразу пробежать напрямик. Нет, конечно же, у меня это не получится. Естественно, это тоже не тот случай, хотя в прошлый раз у меня как-то получилось пробежать сквозь. Дружеская перестрелка, и мне все еще нужен этот куб. Не таким способом. Каким-то образом я должен взять куб и защититься им. Возможно, это так. Нет, он сразу запрыгивает при нажатии кнопочки пробел. Что мне совсем не нравится. Так. Я заметил возможность, что... Отсюда мы слишком быстро умираем. Здесь определенно должен быть другой вариант. Причем такой вариант, который не позволит мне умереть. И кажется, я знаю, как это сделать. Я не пробовал открывать лишь эту дверь. Отлично. Эта задачка решается проще, чем я думал изначально. Впрочем, я так и не понял, как мне взять тот несчастный, злосчастный сигил, а точнее звездочку. Готово. Я не зря решил сюда пройти. Итого, у меня две красных точки и две звезды, что дает мне право на выбор. По сути, если здесь установлена звезда, значит к ней можно каким-то образом пробраться.
Это немного нечестно, разработчики. Вы обломали мою идею. Впрочем, я все же предположу, что это возможно как-нибудь пробраться. Ага, она просто отталкивает этот куб. Так что это не вариант. Прошел мимо. И все же я уверен, что я могу сюда как-то пробраться. Вопрос состоит лишь в том, откуда и как. Возможно, я действую не с той стороны. Более того, скорее всего, я действую не с той стороны. Меня автоматически перебрасывают сюда. Ну ладно. Так. Здесь точно нет никаких дыр. Да нет, вроде нету. Здесь вроде тоже ничего нету, скажем так. Но где-то там что-то есть. Ладно, решим это потом. Собственно, на этом я предлагаю нашу серию пока что закончить. Я таки собрал 2 звезды. Это уже отлично, можно сказать. Поэтому передвигаемся обратно.